уничтожаю! Надо разрушить эту башню! Становись! Солдаты! Щиты! Готов! Солдаты! Держаться! Поднять щиты! Держать черепаху! Готов щиты! Поднять щиты! Солдаты! Готов! Держаться! Держать! Держаться! Направо! Держать щиты! Держать черепах! Держать! Нацелить в тылу бы! Нужно удерживать баррикаду, пока не подойдут наши лучники. Легионеры! В линию! Вперед, парни! Возьмем эту крепость! Вперед! 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 К обороне готовы! Лучники, берегись! Лучники на крыше! Oh.
Марий, мы можем обойти их с правого фланга или захватить Скорпион слева. Как поступим? Вперед! К стене! Назад! Отступаем! Вперед. Мой отец был защитником народа, Марий. Служить с его потомком — честь. Сюда. Вверх по лестнице! Пошел! Римляне! На стене! Они отходят к флангу! Римляне! Убейте их! Убейте их!
Захватите катапульту! Нацельте на башню и дайте сигнал! Мы сдержим этих ублюдков! Понял! Командир, вперед!
Командир! Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем и надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион! Хорошо, хорошо, спокойно! Спокойно, парни. Так. Вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных! Которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим! Цивилизация! Рим! Это порядок! Рим! Это сила! И здесь мы есть Рим! Командир, армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комот и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на Йорк! Наш поход на мятежные земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес на острова мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь-воительница. Разведка сообщила о большой, быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов. И тогда Йорк падет. Во имя богов! Этих тупых варваров больше, чем нас раз в 20. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там, среди солдат. Если мы захватим его... Вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия? Или твоего? Господин... Довольно! Мы подавим это восстание, по-моему. И не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? Понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе кровь. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей... Тебе нужно разобраться с лучниками на Акведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял.
Это честь для меня. Вы слышали, что сказала Будика? Мы разведчики. Мы ставим ловушки, мы всегда начеку. Нам сообщают об активности римлян по всей стране. Они потеряли генерала и сделают все, чтобы вернуть его. Если услышим что-нибудь, что угодно, поднимаем тревогу. Вопросы? Который час? Заткнись, Кинан. Ты берешь западный путь. Проверь ловушки. Я хочу, чтобы колья вылетали от малейшего нажатия. Ясно? Есть. Алистер, остаешься со мной. Разведчики сообщили о возможном появлении отряда римлян. Вероятно, они идут как ведуху. Но им это не удастся, так? Да, господин. Маленький римлянин. Совсем один. Прими свою смерть. В этой местности должны быть варвары.